Буду так танцевать. Не надо это показывать. Не надо. Оль, потом рукой вот это делать. Реально страшно. Его глаза, он меня отпугает, блин. Она имеет в виду этот мой новый танец, который я изобрел сейчас. Он меня позорит. Я привожу ему примеры. Если мы будем с тобой в общество, там, не знаю, мне с тобой стыдно выйти даже. Мы будем где-то танцевать. Он начал так танцевать. Посмешище, он позорит меня. Я ему предложила, говорю, давай я тебя научу, ну, как правильно танцевать, говорю. А какому ты танцу хочешь его научить? Да как нормальные, адекватные мужчины танцуют. Он все-таки серьезный. Ну, покажи, мужик. Как по-твоему, нормальный, адекватный мужчина должен танцевать? Вот как? Ну, я ему еще не показываю, я говорю, я ему говорю, ну, покажи. Вот мне просто интересно, покажи, Олечка, ну, на твой взгляд, ты ему покажи, ты ему предложи варианты. Даже если медленный танцы, он неподвижный как-то, у него какие-то повадки, эти выходки. Я не говорю, что там как девушка там должен танцевать, ну хотя бы вот как-то вот так вот стоять, то есть ну нормально, то есть взгляд такой как бы серьезный, а не вот это умалишенного мужчины, который отпугивает просто, от себя отталкивает. То есть то, что ты сейчас показала, вот это вот движение для тебя, это нормально, когда мужчина ну да, танцует. То есть вот как мужчина, то есть... Вот, то есть вот так, просто вот там, спокойно, ну это нормально. Ты можешь Оль, ты можешь повторить вот это движение? Коль, встань вот ровненько, встань. Не, вот видишь, у тебя опять привычка. Вот у него такие ноги, вот это вот его. Не надо так, Коль. Стою ровно, стою ровно. Вот давай, мы с тобой, допустим, на дискотеке. Да, допустим. Вот, как да. ты будешь танцевать? Ну, давай вот. Тут-тут-тут-тут там. На танцплощадке, да. Не надо так ножками, в другую сторону, вот так вот. Нет, смотри, Коль, вот сюда вот ногу, хорошо, вперед. Вот так. Нет, ну вот это вот движение, оно только на одной ноге возможно. Но если движение нормальное ногами, то в такт можно вот такими вот движениями. Да, Оля, я бы ударит вот рукой, правда. Вот и я не понимаю. Оль, смешно, правда, я сейчас тоже смеялась, потом мне уже, правда, надоело уже это все. Оль, ну я не знаю, моя хорошая, тебе интересно, тебе прям нравится вот это вот, его учить, ему что-то объяснять. Я не знаю, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что вот твоя история с Николаем, она на самом деле только начинается, потому что впервые человек действительно вызывает у тебя интерес, его личность тебе интересна. Готов ли ты ради, не знаю, меня, чтобы я сопроводила время, там, на прогулки с тобой выходила, вести себя как адекватный, нормальный мужчина? Готов. А не как фрик. Смех его, Оля, мне неприятно, он от него воняет, блин. Ну неправда, ты сейчас повторяешь лабуду, которую говорила несколько дней назад. Я тебе объясняю уже, что каждый раз пользуюсь парфюмом, как тебе идти. Все.